помнится, в начале полномасштабного вторжения в Украину новоявленного Недорейха этот девайс, как у нас говорят, выносил наглухо не имеющий аналогов в мире колонны техники и штабы точными ударами. У нас даже песенку про него сложили, которую пела и ставила на рингтоны вся страна. Позже этот девайс, говорили, даже принял участие в уничтожении крейсера «Москва», вынес радар этого корыта, после чего ему добавили в борт две ракеты «Нептун». Ну и вот. На днях стало известно, что долгожданный завод по сборке «Байрактаров» в Украине откроется через полтора года. Более того, первой страной, которая получила лицензию на производство на своей территории нового тяжелого турецкого ударного БПЛА под поэтическим турецким названием «Акинчи», стала именно Украина. Но не об этом сегодня. О том, что украинские военные могут получить обновленные беспилотники «Байрактар» ТБ-2 турецкой компании «Байкар», этот вопрос уже рассматривают. Об этом сообщил гендиректор компании «Байкар» Макина Халук Байрактар в интервью «Радио Свобода». Относительно «Байрактар» Акинчи, то этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно. Украинские военные хорошо разбираются в том, что мы производим и во что инвестируем. Поэтому, наш план — производить все системы, которые мы имеем здесь и в Украине, — сказал он. «Байрактар» напомнил, что его компания поставляет украинской армии беспилотники «Байрактар» ТБ-2, известные среди украинцев. По его словам, в Украине есть компании с 50 человек, поддерживающих эскадрилью. «У нас есть необходимые для этого разрешения. Поэтому мы можем полностью производить «Байрактар» ТБ-2 в Украине, а не собирать его. Также здесь мы можем полностью производить «Байрактар» Акинчи. На это у нас есть разрешение от нашего правительства, что демонстрирует, насколько мы приблизились к воплощению», — подчеркнул Халук Байрактар. «В общем, ребята, через полтора года будут не собирать, а выпускать в Украине и «Байрактар» ТБ-2, и «Акинчи». Ну и наши военные получат новые улучшенные «Байрактар» ТБ-2. Наверное, еще более невидимые, точные и с более мощными и точными бомбами. А может, даже с возможностью запускать крылатые ракеты, о которых стало известно буквально полгода назад. Поэтому, друзья, хотим пригласить вас на наш второй резервный канал по ссылке под видео. Нам нужно там набрать 4000 часов просмотров, так что у кого есть время, тот может посмотреть там пару роликов, за что мы будем вам очень признательны. Ну и подписаться, поставить лайк и колокол, чтоб приходили сообщения на этом и том втором резервном канале.